Мы с вами проведем прямую линию между подмышками, вот так, и разделим грудную клетку пополам в продольном направлении. Так специалисты рассказывают нижегородцам правила сердечно-легочной реанимации и тут же на месте предлагают проверить полученные знания. Своеобразный музей пожарно-спасательного оборудования под открытым небом развернулся на Нижневолжской набережной. В день пожарной охраны России и в связи с объявленным в МЧС годом гражданской обороны нижегородцам показывают образцы техники и снаряжения от аварийно-спасательного до водолазного. В рамках этой выставки с людьми, с населениями, с гражданами проводятся занятия по оказанию первой помощи. Это конкретно реанимационные мероприятия. Проводятся занятия по применению огнетушителей, как углекислотных, так и порошковых. Работает беспилотная летательная авиация, демонстрируются ее возможности. Наибольший интерес у детей и взрослых вызывает примерка экипировки пожарных, а также возможность самим почувствовать себя спасателями, попробовать поднять пострадавшего из труднодоступного места при помощи лебедки, испытать тепловизор и прибор поиска людей в завалах. После того, как научились пользоваться огнетушителем, тушат условный пожар. С начала 2017 года в Нижегородской области ликвидировано 720 пожаров. Из огня спасены 154 человека. Такая выставка – возможность еще раз напомнить всем нижегородцам о правилах пожарной безопасности дома и на отдыхе. Оксана Понагушина, Объективно, ННТВ.